предыдущей серии. Хорошо, как выбрать, с чего начать? У вас же только для розничной торговли целая куча вариантов. Чем они отличаются? Ну, и что скажешь? У вас же еще 1С касса есть. Ну, это про кассы что-то. И 1С розница. Ясен пень про розничную торговлю. И вот еще какой-то 1С управление торговлей. Ну, про торговлю, видимо, да? Вы специально всех запутываете. На самом деле, вы еще забыли 1С управление нашей фирмой. Ну, и еще десятка-полтора специализированных решений для торговли, написанных нашими партнерами. Вот-вот. Еще веселее. Так как выбрать-то? У каждого решения 1С есть свои суперспособности, как у супергероев. Супергероев? Даже так? Хорошо, мне тогда надо подготовиться, чтобы воспринимать такую информацию. Ну вот, так лучше. Ну давай, рассказывай, чего у тебя там. Давайте по порядку. Самый младший продукт в линейке – это 1С касса. Он и самый новый, кстати. И в чем же его суперсила? Суперсила 1С кассы в простоте. Это самый простой, доступный и понятный вариант. Освоить 1С кассу вы сможете самостоятельно, даже без посторонней помощи. И это решение сделано специально для тех, кому не нужно ничего лишнего. Просто вести учет остатков и торговать в магазине, в маленькой розничной сети или через интернет с курьерами. Легко, быстро и дешево. А еще он подойдет тем, кто еще пока не определился, что ему конкретно нужно. Это как понимать? Есть такая мысль. Чтобы задать умный вопрос, нужно знать большую половину ответа. Если еще не знаете, что вам нужно, за полчаса запустите и настройте самостоятельно 1С кассу и бесплатно изучите все ее возможности. Может быть, она как раз вам и подойдет. Ну а если нет, то у вас появится гораздо более четкое понимание, чего именно вам в ней не хватает. И вы сможете более точно описать партнеру 1С свои пожелания. С другими решениями 1С такой фокус не пройдет. Чтобы их внедрить и освоить, понадобится гораздо больше времени и усилий, которые потом жалко будет потерять, если выяснится, что продукт вам не подходит. Понятно. Суперсила 1С кассы в простоте. А кто у вас следующий супергерой на очереди? Чудо-женщина, что ли? Наш следующий супергерой, а точнее супергероиня, это 1С розница. Ее суперсила в том, что она знает и умеет все, что может понадобиться в розничной торговле. Тут уже не самые простые продажи и возвраты, как в 1С кассе. Тут вам и продажи в рассрочку, и комиссионная торговля, и агентские схемы. А еще всякие скидки, подарочные карты и бонусы. Управление штатом ваших продавцов, а также куча аналитических отчетов в придачу. Ну а если найдется что-то, что 1С розница не умеет, то партнеры фирмы 1С с удовольствием доработают ее под ваши требования. Ну так и все, зачем еще что-то нужно? Поставил розницу. И все дела. Зачем еще какие-то варианты? 1С розница и вправду самый популярный продукт 1С для торговли. Но есть место и для других решений. Ведь ваш магазин это очень часто не весь ваш бизнес. У вас еще может быть оказание услуг или выполнение работ. А еще небольшое производство, к примеру. И вот, если вам захочется управлять всем этим из одной программы, то на помощь придет третий супергерой. 1С управление нашей фирмой. Тут даже из названия понятно, в чем его суперспособность. В отличие от других, он поможет вам управлять не только отдельным видом деятельности, розничной торговлей, но и всей вашей компанией в целом, всеми ее процессами. Так что девиз этого супергероя такой: все, что вам нужно, в одной единственной программе. Его суперсила – универсальность. Ну и, конечно, армия помощников. Партнеры фирмы 1С всегда готовы прийти к нему на помощь и добавить то, что вам необходимо. Ага, универсальный комбайн, значит. Ну что, тоже интересный вариант. Это удобнее, чем из программы в программу скакать. Ну а четвертая программа зачем? Как ее там? Управление торговлей. Бизнес, он живой, он растет и развивается. И рано или поздно он вырастает до таких масштабов, что те решения, с которыми вы начинали, уже не очень подходят. И уже тогда зовут на помощь главного супергероя тяжеловеса 1С управления торговлей. Нет такого бизнеса в сфере торговли, с которым он бы не справился. В этом его суперсила. Он не боится никаких сложностей. Даже большущая розничная сеть с сотнями магазинов, складов, поставщиков и контрагентов его не испугает. Его уже не устанавливают прямо из коробки. Во внедрениях его сопровождают самые квалифицированные партнеры 1С. Ну а вместе им уже в самом деле ничего не страшно. Им любая задача по плечу. Понятно. Создали себе целую суперкоманду.
Вот именно, что команду. Потому что в реальных внедрениях суперсилы продуктов часто объединяются. В головном офисе стоит 1С управление торговлей, в магазинах 1С розница. А иногда для задачек попроще находится работа и для 1С кассы. Собственно, это и есть одно из главных преимуществ решений от фирмы 1С. Всегда есть возможность комбинировать самые разные продукты и сервисы. Один супергерой в поле не воин, даже если он самый лучший. А на базе 1С разработаны многие десятки отличных решений на все случаи жизни. И тысячи наших партнеров готовы вам эти решения поставить, настроить и обслуживать. Вот это и есть настоящая суперсила. Ну что же, на сегодня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал «Справочное бюро предпринимателя». Увидимся. Марина, слыхала? У 1С суперкоманда есть. Это как мстители? Какие нафиг мстители? Твои мстители могут вот это вот... продажу в рассрочку или комиссионную торговлю вести? Нет. Ну и все тогда, ерунду не говори.